Привет, мой дорогой зритель. Со мной опять Алексей, и мы сейчас только что целый час, блин, парились, чтобы он все видел нормально. Скажи Да, привет. всем привет. Вот, короче, наконец-то мы вроде бы разобрались. Ну, почти, Наконец-то да. можно уже хоть что-то сделать. И я сделала себя погромче, то... В предыдущей серии было... Ой, нифига себе, это что за существо такое? На них нельзя смотреть, иначе будет плохо. Это что? Это что, 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 А что Нет. делать? Что делать? Ну, бежать куда-нибудь, но не смотреть. А бить их можно? А, я не помню, по-моему, они должны убиваться, а вполне вероятно, что и нет. Идите в жопу все. Помню, что если на них долго смотреть, то нечто ужасное может произойти. Что это? Ну, кстати, ради интереса. Ради интереса можешь попробовать. Идите в жопу все. Нет, мне не интересно. Что за тупики везде? Что это было? О май годнес. Что-то такое. Оно идет. Ой, там оно тоже. О, кстати, боже несколько. Мой, что это за хрень такая? Ёкарный бабай. Что за проклятое место какое-то? Блин, я не ожидала, я тут на расслабонах. Ну это духи, наверное, какие-то, я уж не знаю. Херухи. Кого-то убили, они тут теперь опять. Тут точно кого-то убили. И вот, походу... вот здесь их, походу, и убивали. Походу, да, они тут сами, походу, убили себя. Судя по всему. Нет, мне кажется, их заставили. Кассета? Видеотейпы, где мне посмотреть, интересно. А может и сами. Или я настолько уже обдолбанный, что могу сам видеокассеты смотреть? Видеокассета, надо будет посмотреть, там телевизор, помнишь, комнату с телевизором, вот туда тебе нужно сейчас. А, ясно, слушай, мне только что, знаешь, что приглючилось? Что тебе? А, понятно. Представь себе, а что это, хомуха? Дети. Это, кстати, те дети, про которых он говорил, что он их убивал. Да-да-да, я уже все поняла. Я уже, блин, он сейчас умер. Я уже даже воспроизвела, как бы, версию, что это случилось. У меня версия, что реально маньяк — это вот тот, за кого я играю. Ну, может, там вообще не один маньяк был. Может быть. Ой, куда-то вошла. А, я вошла туда, откуда я пришла, понятно. А как я могу вернуться, если там просто 100 тысяч этих тёлок ходит? Ну, как-то придется. Может, все-таки можно не возвращаться? Тут же, может быть, что-то... Нет, тут, блин, вся дверь закрыта, походу. Здесь будет дальше еще хуже, но это... Спасибо. Сама. Спасибо. Блин, да я не сюда хочу. Я хотела... Вот здесь что-то вроде бы. А, ну... А, подожди, я открыла, прикинь, я да, открыла без ключа. А-а-а! Вот собственный проход. Сохраняйся. А-а-а! Нифига себе, а как так? А как я так прошла вообще? Ну там просто дверь сквозная. То есть с того места можно попасть и так. Подожди, и так. Я вышла, может, вот отсюда? А-а-а, я поняла, все, спасибо за объяснение, я все поняла. То мой мозг сначала не допер, как я вышла, как ну, вообще-то. Как? Вот так вот. Ты короче, раком, да, я поняла. Окей. Пошли смотреть видеокассету. Мне даже интересно, что ж там может быть-то такого. Сейчас, наверное, тут уже соспавнилось 10 тысяч монстров. А у меня патронов нету, по-моему. Ну, зато слышно, у меня много морфина. Это не может не радовать. Может, это героин какой-нибудь? Нет, он говорил, что морфин, ты что? Разве? Достоверный источник мне сказал, да? Ну ладно. Сам допустим. Сказал, что как бы... Блин, все-таки интересно, как можно совместить... Телефон и ножик. Там две кнопки, по-моему, надо зажимать, что ли? Я уже не помню.
одновременно. Да, в натуре. Да. Гениально, Ватсон. Я еще что-то помню. Просто гениально, я тебе говорю. Тут все затопило к херам. Поэтому мы пойдем. А телек, подожди, телек был много где, так-то, если подумать. Это было, по-моему, на втором этаже, там много где были телеки. Надо теперь как-то пройти через ада в коридор. Не знаю, был ли тут телек. Но я надеюсь, тут уже нас кто-нибудь ждет. Нет, я надеюсь, что нет. Мне уже хватило этих теточек. Тетушек, блин. Кошмар какой-то вообще, блин. Вот, тут телек есть. Ну, Тут. попробуй на нем. I can view videotapes with this. Прикинь. Да-да. Use. Все, где тут диван? Ну. А, вот. Я тоже ничего не слышу, если что. Видимо, так и должно быть. Видимо, все было без звука, в принципе, оно и хорошо. Там сейчас собираются. Ого! Я думал, Да, он пальцы жесть. отрежет, а он целую голову. Ну, Брутальный мужик. такими ножницами, по-моему, да, только голову 9, отрезать. 1, 3, 9 или 9, 7, 3, 9. 9739. 9, 7, 3, 9. Это номер жертвы, что ли? Нет, это номер кода к замку там на том этаже, который в прошлой серии был. Это, походу, номер от этого, блин, элеватора. От лифта, что ли? Ну да, код от лифта. Угу. Это хорошо. Это супер. Нам туда и надо. Наверное, надо ширнуться, я чувствую. Музыка не предвещает ничего хорошего. Код от Нет, лифта. эмбиент в игре прекрасно сделан. Постарались. Да, Такой да. психологический. Очень. Очень психологический. Это было наверху, насколько я помню. Коды. Но он застрял, пишут мне. Ну да. Е-гей-я! Что бы ты Чё делал без меня? открылось-то? Ну, лифт, наверное. Что же еще могло Ну да, открыться? действительно, но он же застрял, он сам не писал. Но поэтому он и застрял, что код нужно было ввести. Жесть. Лифт живет своей жизнью. То работает, то нет. Ну, тут-то не только и своей жизнью живет. Но об этом потом. О, что ж, ё-моё. Да, вот это то самое место. Это какой этаж-то? Это никакой не этаж, Ясно, это это не какой этаж, супер. тот же самый этаж, только в другом измерении. Понятно, он каждый раз, когда после лифта приезжает куда-то, у него творится какая-то тут дьявольская фигня. Слушай, ну тут вообще что-то супер-мега-дикое происходит, походу. Нету никого даже. Это удивительно. Сейчас я буду очень громко кричать, походу. Так, через сетку не видно, что там есть кто-то, нет? Да нет, не видно никого. Да, и все двери заколочены. Мне явно говорят, иди вниз, в ад, спускайся в ад. Сейчас я так расслаблюсь, а там внизу реально сразу 10 меня ждет. Да нет, по-моему, здесь никого не будет. Да? Очень странно. А может и будет. То есть ты сомневаешься еще к тому же. Ну, судя по тому, как давно я в ней играл, да. Пока Тем что более это действительно была ничего не слышно, но меня явно куда-то это все ведет. предрелизная версия. Я боюсь даже представить, куда. Я вижу там пули. Как это называется, я забыла. Обойма.
Ох, какой страшный коридор. Я не хочу туда идти. А, нет, не Иди, иди. страшный. Мне не Ладно. страшный. Когда его осветишь, все нормально. Как раз сохраниться Замечательно можно. просто. Мне этого не хватало. А вот тут Очень кто-то будет. страшная дверь. Какой-то будет сейчас А, заставку. сейчас будет босс. Да, ладно, тут еще и боссы есть. Вот я как думал. Я слышу, что он не пёхом. Он явно на Сейчас чем-то. тебя... Вот он. Ух ты ж, ё-моё, это что такое за чмо такое большое? Бегай от него, показывай. Не Пистолет. давай он себя завезет. А, это пистолет на него пашет? Да. Вот так и надо его. А когда он приседает, тебе нужно тут что-то еще сделать, чтобы, в общем-то... Что? Что тут надо делать-то? Или это не сейчас? Может, его тупо надо в голову стрелять ему бить? Пока да. По-моему, что-то Зарядись, ты еб... А пока он приседает, ты в него бьется вообще? сзади, по-моему, надо подходить к нему и что-то ножом делать. Да-да-да. А, бить может, или там. Да, ножом бить надо. А, пистолетом тоже можно бить. А, подожди, у него еще и Попробуй, полоска ХП попробуй. есть. О, слушай, так у него не отнималось до этого ничего, оказывается. Да. Вот это он дает, вот это он молодчик вообще. Давай перезаряжай ты, придурок. Ну, теперь ты понимаешь, почему я говорю, Да, что сейчас я мне буду сложно. мобилкой бить. Блин, да чисто плюта. Я херею с этого. Сейчас я всю обойму прохожу. Все Ему четыре. только в голову надо стрелять. Все, теперь я больше не буду тупить. Ну да, это было ожидаемо. Ну ладно, зато я сейчас загружусь, и я буду знать, что делать. А то... Ой. Рисюм, рисюм. Так, надо брать сразу пистолет, короче. Интересно, а можно как-то заставку пропустить? Пробил он, по-моему. Нет. Нет, никак. А, вот. Enter. Да давай ты уже. Замечательно просто. Не надо закруживать, короче. Как это вообще По кругу его. называется, вот это существо? Где-то я его увидела, может, на скринах каких-нибудь, не Да хрен его знает, как оно называется. знаю. Никак. Человек-гвоздь. О, сдохни! Ты зря столько патронов оставил, потому что Ну, слишком жаль. а что делать-то? Тебе нужно только заставить его сесть, несколько патронов, а потом уже это поняла. Ты уж слишком Просто он... много впустую стреляешь. Он так, блин, это самое... Хочет тебя разрезать на куски. Давай, трогнись, тварюга. А ты перезаряжайся, давай быстрее. Эй, ты... блин, наконец-то. Вот это будут эпичные моменты. А я, по-моему, когда проходил, я помню, у меня завис, и я его тупо забил в этом состоянии. А-а-а, лол. Читер. Я не назвал это читер, потому что... Ну, ладно. Бага-юзер. Да, но приблизительная версия игры, она все-таки абсолютно приблизительная. Все, мне еще на пару раз, как максимум. Если он меня сейчас не зажмет. Да давай ты уже это... Садись. Почти. Или даже... Эй, я не успела. Жаль, что он в бегу не хочет перезаряжаться.
Но это было бы сложно для него, то есть он... Ого, он почти, почти, почти. Неопытный. Тормоза, какие тормоза. Есть, все, тебе конец. Я еще попади по нему. Ох, наконец-то. Я это сделала. Суицид. А мало что ему сейчас давал делать. Он понял, что это будет бесполезно связывать. Блеванул, бедняга. Это эпично. Ой, Фрапс пашет. Короче, такое дело, что я сломала игру в очередной раз. Убила босса и сломалась игра. Поэтому... Вот такая вот жестокая игра. Да, или я такая багнутая по жизни. Поэтому... Да зачем мне твой мобильник-то, а? Ну, трындец какой-то вообще. Набегу, короче, он не хочет менять оружие нормально тоже. Не перезаряжается, не меняет оружие. Ну ты сама попробуй поменять оружие в бегу. Ну, там в руки взять-то что-нибудь, не так сложно. Это как нужно еще достать. Да, это прострелить своего туристического. Да давай ты, мужик. Хотя, по сути, он не мужик, он какой-то парень юный. Юный наркоман. Смотри, он тоже бегает. Естественно, он тоже бегает. Он злится. Надо вот в этот глаз, наверное, убить. Шоколадный. Нет, он не шоколадный. Эх ты, извращига. Он реально за мной бегает. Панул что-то стал, подумал, скушал фикс, наверное. Ох, вот это я прям вообще в точку. Кровяги столько. А что, если у меня сейчас опять все зависнет? Но будем надеяться, что этого больше не произойдет. А что это будет слишком жестоко. Ой, ну что ж это такое-то, а? Вместо этого зато можно быть убитым. Замечательно просто. Блин. О, позорный вклад. Давай, возьми его по-русски. А теперь... По-американски. Стреляй! По-американски, да. Как долбанный этот... ковбой. Давай, перезаряжай, перезаряжай, перезаряжай. О, есть контакт. Пока он там меняет оружие, тут уже все. Ну, там хорошо, хоть еще время так нормально дают. В смысле? А дело в том, что при первой версии там времени вообще практически не было. То есть он моментально практически вставал. Жесть, а как же можно успеть? Он пока достанет из своего портфеля что-то другое, то уже все закончится, блин. Ну, да, поэтому тот баг меня спас. Не могу попасть. Ой-ой-ой-ой. В него надо всадить не так много, не так мало. Если даже в голову попадаешь. Он все равно как-то. Что-то он стал агрессивным с этого, блин. Под конец, вот. Да, он становится агрессивным. Бежит, бежит такой, блин. Деловой. Давай уже. Сдохни ты уже. Просто по дэхе вообще осталось. Кошмар. Так и норовит меня разрезать. Он только об этом и думает. Не читает прямо. Давай, игра, пожалуйста, не вижу. Реально, выглядит, конечно, супер, когда он себе отрубает голову. Да, анимация, что надо. Игра не висни, игра не висни. Игра зависла. А нет, не зависла, прикинь.
Ну, хотела, походу. Да нет. Не Что-то, похоже, что что хотела. происходит вообще в этом доме? Нечто ужасное здесь произошло. Замечательно, теперь он очнулся уже опять в другом месте. В том-то и дело. Это было альтернативное измерение. Типа, я и отключился? Доктор. Я никто. Я доктор никто. Ты не должен быть здесь, это очень опасно. Подожди, почему ты в противогазе? Что ты? Короче, я не знаю, реален ли ты, просто оставь мне. Так я не поняла, почему он в маске? Наверное, то есть причина. Что за... Я тоже так же подумала, что за... Кто этот доктор? Называется глава, это вторая глава, да, вторая глава. Хорошо. Сохраняемся. Бухло нам оставили. Конечно же, лифт не работает. Ой-ой, это что еще за шняк? А, это новый тип врагов, кстати. Собака какая-то. Нет, это не собака, это человек. Я вижу. Ой, ты прикинь мне в спину, блин. Ну реально, как собаки ходят. Слушай, тоже с молотками, хоть по земле. Да ты запарил меня уже, что ты меня это достал-то? Конец, сдох. Так, это кстати, походу... да, их тяжело убивать из-за того, что они низко очень расположены. Угу. И бьют очень часто как-то. Даже не бьют, а хватает тебя за ноги. Нет, у них молотки, короче. Посмотри, молотком херачит. А, да, точно, молотком. Эй! Что-то я сразу и не разглядел. Точно, да, молоток у него. Что это за хрень такая, а? Посмотри, сколько у меня наркоты осталось, сколько у меня доз. Одна, походу. Ну да, маловато будет. И то, что я только здесь нашла. Здесь что-то там должно этих собак? Быть где-то. Да здесь везде что-то должно быть, по сути-то. Вон там не они. Что не они кто? На вот здесь. Ручка. Вот ручка. Ручка? Угу, это тоже ручка. Ручки вот это здесь обманки, действительно. Они реально похожи. Единственное, что они не красные. Надо дойти до следующего сейва. И на этом закончить. Там что-то за дверьми нехорошее происходит. Да здесь везде все нехорошее происходит. Так. Да это ты мне уже говорил. Так, тут бухло-бухло. Интересно, что такая бесполезная комната? Или я все-таки что-то не заметила? Ну, вроде как там ничего не было. Я тоже так подумала. Да уж. Там были еще какие-то комнаты, надо их посмотреть. А, подожди, я вышла. А, нет, оттуда я пришла. Значит. Ну да, больше ничего. Угу. Полис. Хорошо, сейчас. О, новая пушка. Полицейская дубинка, кстати, намного лучше ножа обычно. Я тоже так думаю. Она бьет как надо. Хорош. Понятно. Ладно, тогда пойдем дальше. Эй, я так и думала, что сейчас будет эта хрень лезть. Сдохни. Сдохни. Ой, вдвоем, слушай, всем охренели. Ребят, вы знаете, что вдвоем на одного это как бы подло. Да, мне кажется, им все равно. Они походу не могут меня ударить. Еще там один. Еще один, да.
Сколько же вас, тут, ребятки? На тебе. Я тоже богоюзер. Ну да, я бы на его месте взяла бы молоток бы, а не купила бы. Столько молотков просрано. Каждого этого по молотку. Слушай, от них и не убежать, когда они бьют, не увернуться никак. Я, конечно, не умею пользоваться этими воротами суперскими, которые типа два раза нажать на вперед там или еще куда-нибудь. Так, что у нас тут? Газета. Дошернуться. Вроде я ничего не пропускаю. Да, приходится осматривать каждый сантиметр. Угу. Чтобы хоть что-то заметить. Так. А, короче, большинство части газеты грязные, поэтому ничего не рассмотреть. И кажется, это статья про депрессию. Звучит знакомо? Не задерживайся, короче, не запускай. Звони по такому-то номеру сегодня. Это очень полезно для нашего героя. Потому что, я так понимаю, он в глубокой депрессняке. И его уже даже начало глючить. Так. А кто-то мне код давал вообще? Может, в газете? Я не помню, что это был код. Может, надо позвонить по этому номеру? Ну, кстати, да. Попробуй. И мне скажет код. Хотя нет, телефона у нас тут не было. А телефон твой мобильный, который ты с собой таскаешь, по-моему, там можно позвонить. Кстати. Нет, он только мне свет дает, больше ничего. Или я что-то пропускаю? По-моему, я что-то там такое делал с ним. С этим телефоном. Короче, я фиг знает, но, наверное, этот коридор такой длинный неспроста. А если нажать Z на клавиатуре? Ты видишь это? Да, я вижу. Квадрат белый. А если попробовать ввести, надо? Это что, реально так должно быть? Нет, у меня был телефон на экране. У меня белый какой-то. Ничего не понимаю, подожди. Куда все пропадает? Текстуры, вы что? У меня тупо текстуры куда-то все пропали. А, да. А я тебе говорю, чаще сохраняйся. Собака. Да я искала долго эту, блин. Ты видел, он появился на том же чуваке. Я ничего не вижу. Ай, блин, точно забыла тебе врубить камеру. Ну ладно, тогда. Слушай меня. Хорошо, слушаю тебя. Блин, ты не слышишь, как меня лупят тут молотками. Чувак, возьми нормальный нож, что-то это. Ну все, вот. Ну ладно, короче, у меня опять зависло, все сломалось. Поэтому я пойду бороться с собаками опять. Что-то мы еще выяснили. Мы выяснили, как пользоваться телефоном. А, да. И потом у меня сломались все текстуры. Не хватало типа места для текстуры. Не знаю, что это вообще было. Сейчас опять еще один появится. А, вон он. Бежит собака. Собаки, я здесь. Три штуки. А, кстати, еще такой момент с фонариком. Если телефон взять, включить у него фонарик, то даже если он будет забран в сумке, не надо света, все равно будет. Подожди, что ты говоришь? Я говорю, что если фонарик включить и убрать его, то свет все равно отмотает. Да я знаю, блин, ты что? Ну просто здесь этого практически незаметно на видео. Не знаю, но короче, я прекрасно в курсе об этом. Ну замечательно. Ой, тут еще один. Что за бред-то? Ты откуда?
Собака. Ну, кстати, он и там один. Потерялась собака. Верну за вознаграждение. Ладно, короче, на. Бежим брать газету от депрессии. Ну, то ли голова сломана, то ли шея там, непонятно. Разорвана голова. Ужас. Ладно, короче, звоним по телефону. О, мне тут подсказку какую-то, оказывается, давали. Я просто все просрала, как обычно. Да, я, кстати, не видел. О, вот сейчас все нормально, а то было тупо какой-то белый квадрат. Так, я, короче, забыла номер. Так, по-моему. Нет, видимо, нет. 543-214. Заставочка пошла. Алло? Кто это? О, боже мой. Хрень какая-то. Э-24-7. Я что-то неправильно запомнила? 5, 24, 7, все правильно, 2 ответа написано было только что. Внизу. А, ясно. Ясно, туплю, как всегда. Что-то нам этот мужик. Мы, значит, звоним такие в горячую линию, типа по помощи людям с депрессией. А там какое-то сумасшедшее такое дыхание. Ненормальное абсолютно. И говорят. Темнота, твой новый хозяин. И прочий бред. Как же так? Магнитофон? Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Это что было? Снова то же самое. О, боже мой. Этот монстр опять? Да. Где он? На этот раз, по-моему, ЧДВ. Я не хочу, у меня нет пуль. У меня мало пуль. Нет, здесь его надо от него только убегать. Здесь он неубиваемый будет. О, как все херово, офигово. Но, насколько я помню, здесь где-то будет сохранение, так что... Надо поискать, потому что, блин, вообще тут так темно. Очень плохо, очень плохо. Тут тупики везде. То есть даже когда он появится, даже не пытайся его убивать, он только убегать от него. Понятно. Я так смотрю, этот путь вообще ничего мне не дает. А почему мне не дали сохранение, действительно? Блин, что за фигня? И пути назад нету. Вот это да. Подожди-ка. Нет, тут, туда я не могу. Только вниз. Ай-яй-яй-яй-яй, все плохо. Все очень плохо. Ой, он где-то тут. Я слышу, он где-то тут. Трындец. Тут какая-то нычка. Очень-очень плохо. Где он? Ну, по-моему, дальше будет. Мне нужно сохранение. По-моему, он там, в той стороне, по наушникам, судя. Дайте мне сохранение, чуваки. Вниз, вниз скорее. Да? Там он, что ли? Я не он хочу к нему. Он сейчас смог подбежать к тебе. Нет, он сверху. Ясно. Сохраняшку дайте. Может, сейчас будет сохранение. Должно. Есть. Есть контакт. Канализация. Все, хорошо. Расслабились. Ладно, на этом надо заканчивать, ибо это уже очень долго все продолжается. Ну да, ну да. Так что всем спасибо за просмотр. Всем пока. Да, всем пока.